Друзья, всем привет! Приветствую на канале. Показываю вам коврик, но он еще не закончен. Уже большой, ну, наверное, 1,10 м, наверное, в диаметре уже, наверное, если не больше. Уж 1,15 м. Но начинала с 6 петель всего, и потом постепенно увеличиваю. Ну, конечно, уходит уже много, много, чтобы даже провязать один круг. Уходит много. Связан он из старых трикотажных вещей. Здесь трикотажные. Футболки, лосины, какие-то рубашки. Да, кстати, не из трикотажных, и из ХБ просто вещей связаны. Вот этот вот край. А вот он, ну, связанный вот не из трикотажных, тоже хорошо очень вяжется. Вот. Ну и я его еще буду увеличивать. Меня попросила подружка. И где-то в диаметре ей нужен минимум 1,5 м. Минимум. Вот такой вот коврик. Ну и заодно вам покажу такие стандартные коврики. Вот, например, да, тоже. Но здесь есть и хэбэшная ткань. Вот голубая каемочка, это, например, простынь была. Вот голубой цвет, это простынь, остальное трикотаж. Так, футболочки какие-то, вот. Ну и еще один коврик. Вот это небольшие коврики, такие стандартные. Вот такая вот красотища. Но эти пока не вижу большого размера. Один чуть больше, другой чуть меньше. Это так. Проба, как говорится, цвета. Ну и вот так вот идет работа. Вяжу крючком, столбиками без накида. Очень простое вязание. В круге прибавляю в произвольной форме, не в определенном месте, а в произвольной форме приблизительно 6 петель. Приблизительно. Но ориентируюсь по краю, чтобы и не тянул, и в то же время, чтобы не был как юбочка. Если чувствую, что уже петель хватает, я просто тогда могу провязать целый круг без прибавления. А потом опять немножко прибавлю. Все как бы интуитивно. В принципе, вязать хорошо. Продвигаешься немножко, как бы растягиваешь, смотришь. В принципе, все получается. Ну, где-то 6 петель в круге надо прибавлять. Ну, вот так буду вязать дальше, друзья. На этом все. Пока.